Всем привет, Granny Remake вышла в Steam, давайте стартовать. Легко, сначала практику, конечно, берем. Сид игры. Что? А зачем сиды? А зачем сиды? Давайте сгенерировать рандомный. Видели рандом там? 1 миллиард был. Все, начинаем. Что это даст? Чтобы быть тише, передвигайтесь на корточках. Подсказка. Мы с камерой? А, это начальная сцена. А, нет, не начальная. Смотрите, я действующее лицо в этой сцене. Побежали. То есть мы сначала еще ищем дом, но зачем мы в снегопад идем с камерой? Ведь нам самое главное добраться до дома. Ну-ка, зумировать можно? Похоже, нет. Я внимателен. Ой, чтобы на меня никто не напал. Крутим головой. Но Грей не нападет, да? Левая кнопка мыши, чтобы приблизить. Как-то неудачно встал. Я там никого не вижу. Почему этот дом находится посреди леса? Да мы сами не знаем. Ух ты. Попала с Гренни. И все, на этом пленка обрывается. Вентилятор даже есть. Где я? Субтитры. В игре несколько иностранных языков есть. Что у нас за окном? Открытый дворик виден из-за окна. Ура. Так, чувствительность какая-то уж слишком высоченная. Что за средний FPS? Ну-ка. Управление. Чувствительность была, в принципе, неплохая. От разработчика. Так, что там показывают? То есть показывают, куда у нас направлен курсор? В этот момент. Похоже, да? Чей-то дом видим, смотрите, отсюда. А если подойти к окну, то вокруг тьма. Супер. Что за записка? Ты не спишь? О, какие нежные сны тебе должно быть снились в моей постели. Извини, но мне пришлось оставить тебя одного на минутку. Потому что всегда так много работы по дому. Я знаю, ты здесь ничего не понимаешь, и я должен сказать, что понимаю ваше беспокойство. В конце концов, ничто не может сравниться с ужасом неизвестности, верно? Позволь мне открыть тебе маленький секрет, мой дорогой. Я всегда мечтала о таком госте, как ты. Мой голод просыпается только на рассвете, когда свет едва начинает пробиваться сквозь оконные стекла. Это вопрос не этики или нравственности, а скорее кулинарии. Мой суп становится самым вкусным, когда... Ты ведь понимаешь, что я имею в виду, верно? Она хочет нас съесть. Я знаю, ты напуган, ты должно быть напуган, но знай, что мое искусство это не просто ужас, это искусство. Когда я буду резать тебя, я сделаю это с любовью. Точно так же, как любая бабушка относится к своему внуку. Супер. Поэтому, пожалуйста, прими мысль о том, что ты здесь не напрасно. Ты послужишь великому делу. Мой суп станет таким вкусным, что его сладость будет ощущаться даже сквозь горький привкус твоего страха. Да пребудет с тобой моя любовь, дорогой мой. Неплохо, так ваза берется. G бросить, ах ты, чуть-чуть бы. Я себе ставлю на F. Шкафчики, смотрите. Ой, какой ты скоростной. Ой, какой ты скоростной. А на призраке, кстати, она будет? Ваза не разбилась. То есть эта игра напоминает Гренни, но переделанная. Смотрите, чьи-то органы внутри унитаза. Ой, они как будто бы живые. Монету нашли. Это чьи-то органы. Ну, кстати, мрачно. В самой Гренни такого не было. Что интересно скажет сам разработчик? От кого мне нужно прятаться? То есть мы еще по записке не поняли, что здесь опасно? Картина валится, как Валя. Замочек, ну-ка. Мы уже с вами в Гренни ремейк играли. Сейчас данная версия вышла в Steam. Уже официально, ее пропустили. Получается, разработчик ничего против не имеет на данный момент. Что здесь есть? Помните, мы еще сами голову Херобрина находили? Это все та же самая версия. То есть бабки не будет, да, здесь? Есть открытый дворик. Монетка, ну-ка. Вам нужна монета. Торговый автомат. Мы быстрее будем или нет? Выпили колы. Так, столики похожи на столики из Гренни. Еще ваза. Телевизор в другом месте. Мне нужна антенна. Да неужто он заработает? Так, двери такие же? Да. При открытии вы можете пройти сквозь нее. Еще дверка, куда ты ведешь? В гараж сразу же, смотрите. Старинная машина. Отлично. Мне нужно собрать колеса и батарею. Тут какой-то пойманный зверь.
Бабка над ним издевалась. Это свинья. Часть картины. Где же она собирается? Ну-ка, подвал есть? Точно есть. Собери другие части, чтобы получить бонусный день. Собираем. Еще осталась частичка. Старый ржавый сейф. Ух ты, пройти нельзя, видимо. Е толкнуть, все понятно. На. Оттолкнули. Грэнни ремейк вышла, наконец-то. Здесь и колесо, и антенна. То есть мы с вами телек починим. Ну-ка, G бросить. Покатишься? Мы с колесом медленнее идем, реалистично. Да, но здесь-то у нас спуска к машине нет, потому что она в другом месте. Если найдете баги по данной игре, обязательно пишите в комментариях. Я чувствую, они тут будут. Смотрите. Колесо как-то затирает. Это супер. Что если бросить, когда колесо в натянутом состоянии? Бам. Сейчас улетит. Можем шифтовать. Колесо поставим на место. Идет загрузка колеса. Поставили. Мне нужна батарея и колеса. Еще одно нужно. А, так все четыре колеса. Мы только одно нашли. Это канистра такая плоская. Супер, смотрите, плоская канистра. G бросить. Но заправлять нам не говорили. Видимо, заправлено. Или нет? Мне нужно собрать колеса и батарею. Прыгаем, подкидываем. Музыки в игре нет. Ваза. Так, что ты такое? Отвертка. С буквой Ё, кстати. Молодец, разработчик. В русском алфавите все-таки 33 буквы, а не 32. Зачем пишут Е, непонятно. Отвертка была бы. Ты кто? Банан. Не берется. Секундная стрелка заедает. Часы сломаны. Мы еще на открытом дворике не были. Ты кто? Перевернутый шкафчик? Зимний открытый дворик. Чудо. Так, это у нас сарайка. Есть ход подземный. Он реально подземный. Вот это больше похоже на ход. Да, вот непривычно. Так, ну хотя бы на Ctrl приседать удобно. Можно на Ctrl приседать. Я выбрасываю предметы всегда на F. По возможности. Заряжаем. Нам что-то страшное покажут, я думаю. 7984. Это пароль от главной двери. Семьдесят девять, 84. Окей, да? А уже приняли. Давайте сегодня проходить через главную дверь. Книжечка. Нам нужен молоток. Некое подобие пэдлокея. Ну-ка, а этот баг работает? Как в грани? Похоже, нет. Вечное пересекание. Да, уже в игре, получается, и пульт есть. Ничего себе, мы носимся. Еще ход. Оттолкнуть нельзя. Кажется, там дыра. Вот это ремейк. Ты кто такой? Ой, вот нам для чего отвертка нужна. То есть это обесточивание двери. Радио. Только шипение. Ну-ка, кнопка. Не включается ничего. Есть даже третий этаж. А я думал, куда пропал разработчик? Обновы не выпускает. Подумал. Решил, что ему девелопер запретил это делать. А, мы упали и ударились. Поэтому потеряли на некоторое время скорость. Или навсегда. Я медленный, смотрите. Меня не отпускает. Поставил все настройки на ультра. Все, оклемался. Долго оклемывались. Очень. Сейчас будем электрощиток взламывать, потрошить. Раз только лишь. Ой, так не с первого раза выкручивается, это реалистично. И открываем после этого. А, кусачки. Так, отвертку нужно не потерять. Давайте к двери. Тогда с прыжком и G. Отлично.
Тут кусачки, они тоже нужны. Для перекусывания проводов. Да, сегодня даже играем без бабки, чтобы нам она не помешала проходить. Это раз. Окей, остался еще один. Вот здесь, кстати, еще написано. Спуск вниз какой-то интересный. А где еще проводки? Это новые места спрятаться. Или как ты прячешься? От кого мне прятаться? На призраке не прячется. Заперто с другой стороны. Большая лестница вверх. Мы в дор сыграем. Открыли дверь. Вот это да! Столько комнат. Разработчик молодец. А сам-то девелопер почему не делает? Кусачки. Где нам их применить? Нашли зеленый ключ. Ключ от замка случайно нашел. G. Да, еще не хватает настройки управления, чтобы сам человек выбирал, на что ему бросать. Мейк что-то там. Гильотина. Добыли ключ от сейфа. Я думал, это собачка сидит. Замерзший колодец. Еще колесо, но мы сегодня проходим через главную дверь. Еще и на призраки. Кстати, в эту сарайку можно зайти? Да, мы из нее и вышли. Запутался. Ключ от сейфа нашли. Все, побежали тогда применять. Ой, проводочек. Да, с Грэнни будет сложновато. Машина. Одно колесо сегодня поставили тестово. Кстати, а где был сейф-то? Внизу? Ух ты, это страшно было. Мастер-ключ. Это то есть от главной двери. Заряжаем. Куда тебя вставить? Он не открывается. Мне нужно открыть что? Он не открывается. Мне нужно открыть другие замки. Точнее не он, а она. Дверь, видимо, имеется в виду. Направляемся за зеленым ключом. За пэдлоком. Лестница. По ней не залезешь. Так это лучше, Грэнни. Колодец. Так, где зеленый ключ? То есть ты картину респавнила? Нормально так. Ключ от замка. Давайте выйдем по-другому как-нибудь. Закрыто с другой стороны. Что же там, интересно? Бегаем по подвалам. Звуки реалистичны, графика отличная. Все мне нравится. Планку подняли, молотка еще не видели. Это баночка вместо подсвечника, смотрите. Он поменял, чтобы не было плагиатом. А именно, чтобы ремейком. Хотя ремейк это, наверное, точная копия. Грэнни должна была быть. Можно было и оставлять и подсвечники. Самое главное, чтобы разрешил девелопер. Мне нужна монета. Кто эти шкафчики закрывает? 79-84. Крутилка от колодца даже есть. G. И представляете себе, случайно забросить крутилку в колодец просто и все. Придется заново начинать. Зарядили. Такая маленькая крутилочка. Рукой вращаем, смотрите, рукой. Ой, это реалистично. Так, как отпрыгивать? На кнопку Е. Молоток нашли, все. Теперь доски разобьем. Так, прыжки есть. В настоящей Грэнни нет прыжков. Почему? Что за циклоп? Это раз. Это два, но мы еще на третьем этаже не были. Игра сама не прошлась, хорошо. И пульт не находили. Да, игру-то мы с вами точно посмотрим. Полностью. Прохода еще нет. Видимо, в следующих обновлениях. Это что такое, табуреточки? Не выдвигаются. Старинные табуретки. Банка. Так, от кого мне прятаться? Ну да, пока что ни от кого. Электрощиток. А, и здесь нужно провод перекусить, понятно. А где кусачки-то бросил? Ну-ка, пролезть. Можно.
Так, где я кусачки бросил? Кстати, я себе ноги повредил. И прыгаем распрыжка. Кусачки на кровати оказались. Все, побежали тогда другим способом. Ну-ка, здесь что? Ничего, еще комнатка с красивыми обоями. Ну-ка, вверх. Упали на пушистый снег. В смысле, заснеженная крыша. Страшная машина. Понятно же, что такая не заведется. Лучше просто бегом убежать. Мы на третий этаж. Я все на шифте. Джи бросить. Прям подсказку показывают постоянно. Перекус. Есть, я сделал это. Прям за меня все говорят. На G бросать. Это неудобно. Еще колесо. Йо-йо-йо-йо-йо-йо. Это жесть какая-то. Напугали. То есть я бы бежал, а мне по лицу бы такая штука ударила, да? Ну-ка, подходим. Не убивает. А как я в следующий раз-то не ошибусь, получается, никогда? Я пересекаю какие-то линии. И банки скачут. Так, что здесь еще есть? Получается, мы дверь открыли. И где-то вот ход. Ты в ванну ведешь? Не разбились. Всевозможные органы и монетка. Зачем нам монетка? Мы скоростнее становимся или нет? Вот наша комната. Да, из окна ничего не видно. А если отойдете, то видно все. На кровать, на кровать. Почему ты не запрыгиваешь-то? Крутится вентилятор. Все, нам теперь можно пройти игру. Впервые. Granny Remake. Steam-версия. Проходим. Мне нужен мастер-ключ. А где здесь замок-то? Достижение получили. Escaped. Убегите из этого дома. The End. Хорошо, начало положено этой игре. Теперь она официально находится в Стиме. Те, кто понял, зачем нужен сит, напишите в комментариях. Что у нас такое за сит? Это, видимо, респаун предметов. С вами был Топси. Всем пока.